Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вас окунуть немножко в ностальгию. И сегодня я хочу вам показать вот такой вот ящик со старыми елочными игрушками. Просто невероятно восхитительной красоты. Я смотрю на них, у меня прям глаза разбегаются. Это на самом деле не передать через камеру, но это прям вау. Прям даже слов нету. Вот такие вот они тут, их просто три слоя попали ко мне вот так вот в руки. Они вот так вот тут все были слоями, в три слоя нагружены в коробку. Их тут кучу разных, ярких, очень красивых. Прям смотришь на них, испытываешь такую какую-то ностальгию, какая-то такая теплота сразу на душе появляется, думаю, у вас тоже. Хотя через камеру не передать на самом деле невероятную их просто красоту, но постараюсь как могу. Давайте, наверное, покажу вам каждую поподробнее, чтобы вы это все смогли увидеть, прочувствовать максимально, как и я. Давайте начнем, наверное, с вот такой вот игрушечки. Она тут даже на ленточке идет. Покажу вам поближе, чтобы вы увидели то, что на самом деле для своего времени игрушки в очень хорошем состоянии. На них всех присутствуют разве что временные, скажем так, отпечатки. Вот, а так они все без сколов, без ничего такого, разве что вот такие какие-то царапинки могут присутствовать. А в целом, привет, это я. А в целом они просто невероятные. Их тут очень много разных, интересных и разнообразных. Тут, к примеру, вот такая вот елочка, опять же. Постараюсь показать вам каждую. Надеюсь, вы со мной тоже проникнетесь этим всем. За окном 5 июня. А на душе тепло новогоднего стола при виде этих игрушек. Вот так вот тут показываю, что внутри с ними все хорошо. Что у нас тут еще есть? Тут вот такой вот цветочек красивый. Все они предположительно годов 70-х, там 90-х, где-то такое, ну, понятное дело. Вот. Когда-то украшали чью-то елочку. Наверное, хранились в чьем-то семейном архиве. Просто невероятный клад, скажем так, этого всего. Такие вот они все интересные, каждая очень индивидуальная, со своей какой-то изюминкой. Вот тут вот она вот такая вот цветная, красивая. Вот, это я так понимаю, как клубничка такая. Такая сочная клубничка. Тоже, понятное дело, в хорошем состоянии. Это как снежинка такая новогодняя. О, вот это вот очень красиво переливается. Тут она такая зелено-желтая, как получается. Не знаю, наверное, вообще она вся была зеленая, но сейчас она приобрела вот такой вот красивый, как градиент. Вот тут есть такая же еще зелененькая. То есть у нас вот такая синенькая, есть такая зеленая. Тоже с вот таким вот такой ромашечкой. Есть тут еще одна, кстати, клубничка. Вот у нас тут есть шишечка вот эта вот. И есть еще вот такая клубничка. Еще одна такая. Прям съесть хочется. Заканчиваем с первым листом. Вот, это у нас только, это только начало у нас. Это только первый лист. У нас их всего три. Переходим дальше. Здесь есть вот такая вот очень интересная, особенная игрушечка. В этом наборчике в виде кукурузки. Игрушка на прищепочке даже. Даже вот так вот. Рядом тут у нас еще одна игрушечка в виде клубнички. У нас тут прям огород целый собираем. Вот. Еще вот такая вот, я так понимаю, мне она напоминает кувшинчик. Очень-очень тоже красиво. Они все безумно красиво переливаются. А прикиньте, как оно на елке смотрится. Вот сейчас вот все игрушки, они такие однообразные, одноцветные, а тут прям смотришь, глаза разбегаются, налюбоваться прям нельзя. Даже вот такой вот грибочек есть. Помимо этого, смотрите, какой у нас тут огород. У нас тут кукуруза, клубника, у нас тут гриб, и есть даже вот такой вот
игрушка в виде огурца. Ну скажите, где сейчас можно найти такое? Это целое, это такой раритет просто. Это прям вау, у меня слов нету, даже чем это все можно описать. Это просто невероятно. Такая вот тоже интересная, с таким красивым отливом игрушка. Прям пропитываешься вот этим вот всем, вот когда на вот это вот все смотришь, просто максимально пропитываешься вот этим всем, вот этим временем. Вот у нас тут, кстати, тоже еще одна кукурузка вот такая вот есть, тоже покажу вам поближе. Качанчик вот такой вот. Да, сейчас уже нигде такого не встретишь. Кстати, она очень красиво вот так вот тоже переливается. Вот так вот, прикиньте, вот так вот висит она на елке и вот так вот переливается. Это же просто невероятно. Вот такой вот домик также присутствует. Интересный, смотрите. Такой классный. Шишечка у нас еще одна. Вот эта вот, кстати, мне игрушка вот эта вот очень нравится. Смотрите, с одной стороны она тут такая розовая звездочка, и переворачиваем. Теперь она с таким синим отливом. Вот так вот, вот такой вот это второй слой тут был. Думаю, у каждой из этих игрушек, наверное, есть какая-то своя история. Что-то когда-то кому-то, наверное, дарили. Наряжали когда-то. Эти игрушки, наверное, столько приятных и теплых воспоминаний в себе хранят, что даже представить сложно. У нас тут еще один вот такой вот огурец. Продолжаем собирать наш огород. Это последний у нас, третий слой вот тут вот. Тут еще также есть вот такой вот колокольчик. Игрушка в виде такого колокольчика. Так, это у нас шишечка. Здесь есть еще один вот такой вот гриб. Сами игрушки все в довольно хорошем состоянии, опять же повторюсь. Разве что присутствуют временные следы, то есть где-то есть какие-то потертости, где-то есть какие-то, может быть, царапинки, выцветания какие-то. Но все игрушки, они идут или пластмассовые, вот, по звуку, но есть, понятное дело, и стеклянные. Те, которые стеклянные, я всех их перебрала и пересмотрела. Поэтому все стеклянные игрушки целые, только с временными следами. Тут вот еще такие шишечки, такие вот тоже игрушечки. Безумно-безумно красивые, не налюбуюсь прям, глаз завораживают. Так можно сидеть на них, просто смотреть часами. Так вот смотришь, проникаешься вот тем всем временем, вот то, что я говорила, среды временные. То есть в некоторых моментах они тут могут быть такие, как выцветшие. У нас еще один колокольчик, только розовый теперь. Вот такая вот шишечка. Все, давай, сверху меня с мехом. Не с мехом, со снегом. Как будто оно снегом так присыпано. Очень-очень все красивые, очень все необычные. Класс, спасибо. Вкусно. Вкусно. Витаминки. Как игрушки. Вот это очень красиво, кстати, переливается. Смотрите, она такая полупрозрачная идет. Очень-очень красиво отливает. Даже специально возьму вот так вот. Смотрите, на солнце как оно будет красиво отблескивать. Очень-очень-очень красиво. Так, ну вроде так, в общем, все показала. Я еще долго могу их на самом деле вам показывать. Очень долго любоваться ими. Смотреть, не насмотреться. На это все еще можно долго. А для того, чтобы вы могли этим любоваться, вы можете это приобрести. Приобрести вы можете это по ссылочке описания. Также я указала там условия для их покупки, чтобы вы могли себе их купить. Либо вас ими могли уживать. Поэтому ссылочку я вам оставляю в описании. Всем желаю хорошего настроения и удачного дня покупок и сделок. Всем пока!